Катя Гордон и Лера Кудрявцева – близкие подруги. Звезды часто проводят время вместе, а вчера решили и вовсе породниться. Ведущая НТВ похвасталась, что стала крестной матерью третьего наследника юриста. Лера Кудрявцева поделилась радостной новостью, она и спортивный функционер Умар Кремлев стали крестными родителями сына Кати Гордон. Телеведущая также опубликовала серию снимков важного события в жизни маленького Теодора. «Стать крестной – это для меня очень ответственный шаг. Это как второй родитель, вторая мать. Очень волновалась, если честно. Тео все Кристиной был спокойным и в конце вообще уснул на моих руках. Я впервые такое видела. Но без ложной скромности, что уж, у Теодора классные крестные. Умар, ты теперь родственник, и я за тобой слежу. Булки не расслабляй», — шутила звезда. Кудрявцева поздравила близкую подругу и маленького крестника. К теплым словам присоединились поклонники телеведущей.